друзья, всем привет! С вами Рухсора М. с Ташкента. Я думаю, что на мое творчество повлиял мой учитель хорового искусства. В моей семье все очень консервативных взглядов. И я понимала, что они будут против. Но они были против, мой папа в основном. И мой учитель настоял на том, чтобы я начала заниматься музыкой. Я очень сильно боялась, потому что это было мое первое выступление перед огромным количеством зрителей и перед нашими народными артистами. В 2018 году, когда мы участвовали на конкурсе «Севым ли о вас», это было типа «Фабрики звезд», мы там жили около 6 месяцев в одном доме, каждую неделю концерты. Я 3 раза попадала на выбывание, но каждый раз оставалась и в итоге заняла 2-е место. Их очень много, но моей фавориткой именно является Ариана Гранде. Я ее очень люблю. И поэтому моя самая большая мечта — это, наверное, оказаться с ней вместе на сцене и записать с ней фит. Я знаю, что это возможно. Ужастики больше люблю. Обожаю Астрал, Крик и так далее. Из тех, которые я посещала, пока что любимым городом является Стамбул, потому что, ну не знаю, обожаю Турцию. Вот. Дубай еще. Очень красиво там. Я бы очень сильно хотела посетить Грузию и Одессу. Я не знаю почему, но я прям очень сильно туда хочу. Вот сейчас как раз-таки молодежь пытается привить вот эту современную культуру, как-то сделать колоритно что-то с западным, с восточным вместе. И я решила это соединить в одном, и это всем зашло и понравилось, чему я была приятно удивлена. И сейчас я пытаюсь как раз-таки развить и донести до слушателей, что такую музыку тоже можно слушать. Но все же я не могу сказать, что я полностью себя нашла, и у меня есть какая-то вот определенная фишка и почерк, по которому меня, допустим, вот сказали бы, да, это Рухсора поет. Я сейчас работаю с одним из зарубежных продюсеров, с Хорватии. Он работает с такими исполнителями, как Инна, Ава Макс, и у нас сейчас тоже грядет что-то крутое. Вот, об этом никто не знает. Меня назвала бабушка. Вот. Вначале мне очень не нравилось мое имя, потому что оно было редкое. Я считала, что, ну, это не круто, типа, почему меня не назвали там Камилой или Ситорой. Любовь с первого взгляда. Я считаю, что такого не бывает. Бывает, возможно, симпатия какая-то, когда ты энергетически чувствуешь как-то человека, и это как-то откликается. А так, чтобы любовь, я думаю, что нет. Сейчас осень. Раньше я бы выбрала весну. Самый любимый цвет — черный. Скучный, серый. Я не понимаю, что было бы, если бы не было музыки, этих звуков, песен. Как? Типа нет, невозможно. Я тап-тап, уэдэлла, я и улла надо гайрта али, я назаль, эээээлла. Никогда не останавливайтесь, не унывайте и живите легко и счастливо. Рухсора, Крултай, всем peace. Бишкек, спасибо. Спасибо вам.